Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осетская, канал вязания и обо всем, что связано с вязанием. Сегодня я хочу пригласить всех желающих продвинуть свои процессы, повязать в компании в рандомную неделю июля. Рандомная неделя будет проходить с 11 по 17, 18 число. 17-е – это воскресенье, 18-е – понедельник. То есть можно выложить итоговое видео в воскресенье, либо в понедельник. Итак, что же нам нужно для того, чтобы вступить в рандомную неделю? Ну, во-первых, желание. Во-вторых, 6 процессов. Если их нет, то можно начать какой-то процесс в самой неделе. И в-третьих, написать. Если вы с нами вязали, и вы есть в чате, напишите в чате, что вы участвуете. Если вы с нами никогда не вязали в рандомной неделе, но очень хочется, напишите под видео. И я вам пришлю ссылочку на чат, и мы будем вязать и общаться вместе. Как мы вяжем? В понедельник утром снимается видео о своих всех процессах. Рассказывается, что вяжется, из чего вяжется, чем вяжется. Мы все это показываем, ставим маркировочки. А в понедельник утром брошены кубики, есть задание. Мы вяжем либо один процесс, либо два процесса, которые выпадают на этот день. И отвечаем на вопросы. И так каждый день. Во вторник мы показываем то, что мы провязали вечером. После того, как вышло наше видео, показываем новые кубики, показываем новое задание, вяжем по кубикам. И так до пятницы включительно. Суббота у нас день тишины, мы вяжем самостоятельно, и отчетное видео мы выкладываем. Либо в воскресенье, либо в понедельник. Вот и все. Это основные правила, основные требования к рандомной неделе. Поэтому, если у вас есть желание продвинуть процессы в компании, в дружные, пишите мне под видео, если с нами не вязали, в чат пишите. И с понедельника мы начнем с вами дружно вязать. На этом все. Спасибо большое всем за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока.